Зачем вам метки на танков, ёптан? Ты что, не хилботом хилишь? Пока что так вот. Я без задона хилю. Шеддерт идет, у нас будут кулачки МП5. А кто у тебя хилы? 4 вот этих хила будет и все? Да. Ну а чё поделать-то, чё я это сделаю, если у нас нет никого? Ёпт. Ну, главное, чтоб танков не роняли, вроде жирные танки. Холи Прист просто как за холи пала отрабатывает и все. Ну ему надо придется того лик и исцеление хилить, да? Ну если они все четвером знают, как за свой класс играть. Так, на изи захилит. Так, сразу говорю. В диси все, надеюсь. Сколько? 24 человека в диси. Отлично. Короче, если Дэнер не придет до этого, значит, как его, пойдем так. А что ты бери Далин, наверное, не знаю. Потом, если что-то придет на замену, может пойдет. Да пока что пусть до ребра, пока что так пойдем. 24 сейчас тела. Пойдем до ребра, блять, а там будем уже смотреть. Давай, чек на ФК. Смотрим, кто здесь, хилы здесь. Отлично. Мастера выбирай, иначе ты в муте будешь постоянно по этой хуйне. Не, хилы, нет, у меня мут здесь. Тут же. Багровый цитадель. Короче, это в 7:30 Юля придет. Ну это долго, ждать мы это столько не будем. Бля, дайте сначала поставить как-то, а? Я, конечно, понимаю, что вы там ворваться решились. Ой, ты, главное, не сдохни. Ой, ты здесь? Как я сдох? Не, ну переагришь мобов, можешь сдохнуть. Ну, я же не тупой хурик. А кто знает? Кто знает? Был бы еще ШМ, так там с автоатаки бы, наверное, переагрил. А, это думаю, что-то он сам с собой переписывается, блядь. А я забыл, что у меня клинит вечный, что я себе буду. Да, и боешки, которые ЦЛКшные падают, они уходят в ГБ. Так, между прочим, блять, я опять забыл. А, сука, из-за ЦЛК 10 я забыл фласки. Ладно. Хорош, Лем, поменял, блять, билд. Но... О, уже поднимаешься. А вот нахуя вот эту вот херню. Ну, это у кого? Элем Про. Не знаю, может кто-то ему там посоветовал, но шмар, но это блин. Ну, шмар обновляется раз в 45 секунд, раз в 12-13 секунд. Даже так, как часто я его использую на манекене, я просаживаюсь за 2 минуты, блядь. Сегодня, кстати, Лемом на манекене 6 кабур станул, блядь. Кстати, ты говорил, что Лема бесполезна, а Лема 104 на 15 секунд повышает урон всем хантам, и не только хантам, даже савам, походу. Ну, главное, что по центру не было, мы же не будем чистить на репо фарм, ёп. Ну это ж мы на душе фарм. Тут многие полезные становятся. Насколько я знаю, там просто на 15, на 20% или на 25% это увеличивается. Урон от сил природы. Под покорением стихий. На дебаф вешается на босс. Паука тяни сразу. Бля. И! Охан, бля. Пэтов убрали? Пэтов убрали, все на пассив нахуй. Этот трэш бьется без пэтов. Запомните это раз навсегда. Блять, мульты где-то там.
Шля, да, блядь. Шредди. Убивашка, ты где? Десять душ. Да я видел, что он в топ, если этот собираться, бля, через Галимова СПДН. Не, раньше он был зашибись СПДН. И сейчас, я смотрю, неплохо. Ну, его больше баланса сделали. Я просто не люблю, когда собирают такой шмот. Там ни одной, там только 4 шмотки на Агилу, остальное все в винту уходит. А мультя тут? По паукам, приоритет пауки. Тут, тут. Так спрашивает про блинтроль прям сейчас. Фул, фул рейд. Так, вент, ой. Сейчас до ребра дойдем. Хорошо. Чина, кстати, что символ не стоит на звездопад? А, он вообще не дискорд. Шанс. Смотрю, прожал звездопад, блин. А ты что, пошел, пошел? Думаешь, из-за него? Не, он на сову пошел. Убивашка вообще опнулась. Чё, Лу, пора тебе на хулипалы эти, да? Ну, слева сразу. Вот сразу развернись, вот тут и должно быть. Она рандомное расположение. Вот тут, я видел ее. Одну уже сняли. Вот тут. Отвечаю. А, ты видел? Да. Нет, на, это на, было в десятке. Нет. Они меняются расположениями. Ну или у меня, ну, значит, забыгал. А, одна снял? Душа. Я хули я под попом. Хилов, а, там уже, блядь, у нас дух. Приоритет паутин. Чё эти бесконечные, блядь, коконы, на? Еще я так понимаю, убивашка не зайдет, да? Как нет. Элемент про, а у тебя какой второй спек? По пауку. Кто-то зашел в дискорд, никто. Убивашка зашел или? Он там подписан, убивашка. Ну, Далин, бери, у нее продукт. Понял. У него есть Эрдру. Ты Эрдру будешь хочешь? Ну, а че? В два мы же идем. А главное, чтоб хулиприз танков поднимал. Там может хулиприз и один рду на танках сидеть, а остальные два рейд захилить. Надо это просто отговорить и все. Где, кто тебе диван дал? Хз вообще. Диван тебе никто не давал, не надо. Всё, нет, я взял. Была под диваном.
Так. Так, ну давай ты... Кините гим на хп. Ты в ретрика можешь. Гим. И... А я в этого танка пойду. А на боссах мастер вместо меня ДПС будет делать. Чё, блядь? Нихуя, я ДПС пошел проверить. Тёма. Ну, на боссах только. Так чё, я захожу на ДК? А то никому не надо. Так, все... Ну, должно быть 28+. Кому-то нужен блинтроль? Сейчас. Да, да, нет, нет, давайте оперативный только. Это просто плюс в рейд, если нужен. Да. Ну, никто не плюсует. Пусть ну, соответственно, никто не плюсует, заходи. Шедер, ну, да. Тебя каски, с меня МП5 кулачки. Тебе ты спихнулся? Да, да. Шмот сейчас только. А что, мне в танках, что ли? Да нет. Я танк, я квест же сделал на душе. А. Чем моя плюсовая? Ну, если я медвей. Гильчат. Медвей ретрик. Нет. Я в ретрике, да. Ну, пожалуйста. Нет. Ну-ка, тихо там. Мне нравится с паутинами танчить. Сейчас тебе будет нравиться с протоварами танчить. Во, я убрал с него, слышишь? Я убрал эту хуйню, ха-ха-ха. Сука, смотрела, синенький прилетет. Ройла. До следующего рейда, да? Так, ладно, так. Нет, я умру. Здорово всем. Здорово. О! Пришло, блядь, явилось. Ты чё так поздно пришёл там? Пришёл. Так, рыбку надо достать. Это он. Так мы сумоним тебя. Тык на сумон, ё-моё. Меня присумонили. Я дали, но говорю, Чопс вообще не принимает сумон. Чек на ФК. Что-то стоит АФКшка. Ну я сейчас поменяю все. Проблемы нету в этом. О, кто тут? Ёще рыба. Рыбу сейчас ставлю. У меня одна еще осталась там, на гильдейской, на. Я думал поставили, я просто не вижу. Вообще я хочу кофе, блядь, на ней. Че, перерыв 3 минуты? Да давай, 2 минутки перерыв, быстренько перед этим, потом перерыв будет перед какого? Профом. А есть потом идем дальше. Че? Сейчас, секунду. Уходят ЦЛКшные, которые с ЦЛК с трэша падают, с 264-й. Они уходят в ГБ, далее. Идете с фласками, с припотами. У кого нету ЕПГП лутмастера, надо было его скачать. У вас было время, есть сообщение в гильдии, что его надо скачать, потому что у нас система лута ЕПГП. Соответственно, с ЦЛК шмот по ЕПГП. И раздается лучше, если ЕПГ... блядь, ЕПГП лутмастер. Одна печенька зарыт. А что, с боссов БЕ ролим, что ли, блин? Нет. Также с боссов уходит в ГБ. Чек на готовность. Проверяем бафы. Шреддер каски раздал, надеюсь. Рыба вам стояла, рыбу поели. Только у Клуберса нет рыбы. Мосса готов? Да, он на одного босса идет. Мосса готов. Соответственно, багровый МТ. Или не войт МТ, багровый УТ, все. Пусть так. Набирает агро, ты че, я УТ. А че ты хочешь поставить? Лака, давайте да? Определяйтесь быстрее. Давай тогда на багровый МТ, все. А че ты паладин, я был бы МТ. Че, по гири? Геру. Йо, Гера, давай. Ага, молодец. А, или шипе. Бывает, чё. А дальше вы.
ложах не стоим. Чебрлоу упал. Моса, подними его. По шипам не забываем играть. Чебрлоу, вставай. Ясно. Совсем вылетел. Что ты зашел? Алиса, дай свою прожимку. Ну, почти упал. Чё ты клинит? Рад? Зато мне осколок не упал. Так, Мишаня, у тебя нету с ЕПГП лотмастера, да? Задум, Пимша. Мне нет. Плохо. Ну, почти, у меня да. И ГП нет, или ЕП, так что мне пофиг. Так, ясно, это никому не надо. Прибей свой пояс. Угу. Ого, пояс упал у вас. Да. Чебурлол, ты больше не вылетишь или чё? Или так будешь вылетать на боссах? Мультика в рейд возьмем. Отводи, фрейм босса большой, отводи. Хилы прохиливаем, РДД по черепу играем. А чё это по ДПС у рейда? Я чё-то не смотрел. Ну, вообще танк, да? Я буду просто менять, вот и всё. Осторожно, не спускайтесь сильно. Близко не спускаемся, Вадлак отошел оттуда. Фрейм у этих мобов большой. Лу, без спеса, помощника. Бегите быстрее, тело покинули, побежите. Пет убийца, блядь. Говорил же, блядь, на всем трэше в ЦЛК идите без пэтов. Особенно в 25-ке. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот
Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Встаем. Клуберса поменяй на мульч. Угу. Сейчас. Мульч, летай, давайте. Да, я подлетаю. Давайте тпшимся через портал, бежать не надо. Здесь понятно. А не, я думал, я души прослал. Мы паузу делать будем? Нет. Что делать? Потом пауза будет, потом. Перед профом, да. Это когда будет и сколько будет пауза? Пауза где-то будет минут 5. Через сколько все зависит от рейда. Чем быстрее мы туда пройдем, тем лучше. Меньше вайпа, тем быстрее. Бафы раздали, танки. Череп тяните. По черепу РДД. Милишника черепа ушли. А черепа ушли, и даже РДДшники. Отходим подальше. Сейчас шутник по времени. А что, у него даже фрейм правильный? Нифига себе. Да, у этого фрейм правильный. Отворачивай. Зона. Для этого правильно. Алиса, ты тут? Угу. Так танчи мобов, что ты делаешь? Давайте, не спим, ребят. Оу. Дальше кто котвенный? Как трин стражам называется? Какая? Конденсатор. На РДД. Конденсатор. Конденсатор. С копытом. Когти на голды. Крин, пошевелись. Вы видите это. Отлично. Ну, можно следующий, когда я уже сделаю квест на душу. По черепу РДД. О, они тут понемножку уже фреймы чинят, нормально. Так. Вот, если вдруг когда-то починит. Чего с Синдрой не так? От креста. Фрейм. О, он сам побежал к нам. По кресту, чистая РДД. Забери какого-нибудь моба, притяни. Кроме креста, конечно. Все, льем. Перед лицом стоять. Я короче хотел побежать тревел мобу, блять, добавку вешать. Вот что делает квест на души с людьми. Что делает? Жидам мир делает, блять. Точнее меня. Не, успею или нет?
Не. Ну чё, дебаф не пашет, что ли? Какой дебаф? Ну-ка, стой в рейде. А что съебанёт? А-а-а, да. Да, пашет. Ну то чё-то, блядь, ты бежал, клинит с тобой рядом, он как-то ни хрена не спахал. Не, ну если прям во всём рейде стоять, нормально. Ну я понял. Стоим. Так. Рыбку может. Что, где рыба? Так, дальше. Так вот чуть-чуть поменяем. Войд справа, Лу слева. Ну, точнее, Войд справа, Багровый слева. Первая, третья слева играет, вторая, четвертая справа играет. Му, ты играешь... маленький Му, ты играешь чисто по боссу. Соответственно, Лу... Отсюда будет выбегать моб, ну, с лестницы. Добегает от до сюда, где звездочка. Блять, сейчас. О, добегает до сюда, тянешь его вот сюда на левую сторону. Похуй, РДД, не РДД. Тянешь на это. Ну, все, понятно. Так, рыбу поставил. Фулл баф отдаем. Соответственно, повторяю. Милишник играет по мобам тех, которые с маной. РДД тех, у которого нету мана. Чек на готовность. Друиды у нас контролят второе пати. Да, друиды контролят. Три совы, контроль должен быть на 100% циклонибудь. Не будете этого делать, буду наказывать, вот и все. Все готовы? Счет на пол. Милишники сразу на позиции вставайте, кроме Му. С танками. Олесь, главное слои этих, которые без мана. Справа стоял, центрального и так вот бьем. Либо он меня просто так убьет, а? Фанатик. Мульти контролем. Бьем. Убили мобов со своей стороны, идете бить босс. Служи, выходим. Помощники по таймеру? Да. Помощники скоро, или вам анонсировать надо, уже по местам разбежались, 3 секунды контроль. Гурского контроля мытью. Милишники слева, я конечно все понимаю, что вы мобов бьете, но может бить будем центрального моба, который бьет милишники. Почему я один его долблю, блядь? Контроль. Ты не в силах противиться моей воле. Спасите. Довольно.
Вторая фаза, танки ловим. Далин БР маленькому. Пробафали рогу, Геру дали. От духов отходим. Косты затыкаем. Боже. Ты не в силах. Сколько там? 4 на ней? Контролем, турбойса. Отлично. Забирай, Войт. Боже. Контроль, духи, аккуратно. Боем. Ваша смерть неизбежна. Мобов только раньше времени не агрите, пожалуйста. Хорошая БС-ка. О, осколок. Что, пароль? Да, вы можете ролить, можете не ролить. Так, это ВГБ. Да, еще 18 ролим, кому надо. Че такое? Символ на ЛП? Не знаю. Кому он? Символ на ЛП? Алисе нужен. Зачем? На АДК можно. Там вроде не урон увеличается, там узноб увеличается. Я знаю. Так он что, плохо тикает? Посмотри, плохо. Чебурло, можно брать игру сразу. У тебя в сумках нету места. Выкидывай быстрее что-то. Представь, там все в сердоликах такое. Выкидывай быстрее что-то. Просто стак сердоликов берет, выкидывает. Че, все раздал? Да, да. Все раздал, бьем. Этих тоже. Да, да, и этот все стрэш чистим. О, на туре там. Квест на великана все взяли, надеюсь. Пока у портала стоим. Идите берите, если не взяли. Давай вон тут слева зачистим нахуй. Давай налево. Уходим сразу сейчас. Мобов тут зачистим. Чтоб квест, если что, сразу сдать. Потому что, блядь, дисконет нахуй, он пропадет. Он разве тут? Ну вон, видишь? Внизу обычно. Ну тут быстрее, чем не избежать тому подобное. Ну мы сейчас направо пойдем. Обратно.
Направо уходим. Обратно. Не достаю. Ну, Алиса, походу тебя обрадую. Я тебе замену. Ну как замену? Ты хотела больше танчить, не хотела. Хотела подведащить. А кровь по роллу? Медвей. Ау. Кровь по роллу с гнилого и тухло. Кому надо будет первую стролить, и все. Вторая потом. Ну, наверное, на данный момент я хочу покончить, стоять. БТК взял. Хиловку ищи, пожалуйста. Это ищу. По танкам ты знаешь, что по танкам есть. Почти я постоянно, ты и Войд. Лимон. Алиса. Ты же сказал брать всех, кто отписывает. Не, ну а сейчас приоритет по хилам, потому что у нас хилов недобор. Сам видишь, какой состав хилов. Три ярдру, один холипист. Если идти ХМ-ку, на ХМ-ку это критично. На ХМ-ку я, блядь, хуй тогда бы в рейду собирал. Весните, пацаны. Вот. Налево, налево. Ты уснул там, что ли? Налево, великан, идем. А, да я ранец взял. Задумался, блядь. Побежал, да. Ну. А что такое, что он машет крыльями? Смотри, на этого кривать ничего не опашут, блядь, вообще капец. Это просто ледяной змей, а там как его по-другому называют. А там клиенты, да, и наверное. Это мальчик, понял? А там синти. Наоборот. А там и мальчик, и девочка стоит. Че упало, серебра, кроме пояса? Говно падает на самом деле. Еще два, блин, тролля упали. Запы на танк не упали, если что. Да, про них. Не падали. Там говно попадало. Поезд нормальный. А, кинжал. Блечь. И лата на холипал. Хотел уже на распыл нажали, нихера. 21, блядь. Ну ладно. Ставь его, разворачивай, ставь. Не иди в рейд. Лиса, разворачивай его в бочину. РДД, наберите ренджу. Далин, в милизону чуму завинеси. Ебать, ну и лицо моего деда. Сейчас скрин сделаю. Все, уходи. Че, перекровило, что? Ну, почти. Смотри, 10. Мастер, стой в толпе, сдохнешь нахуй. Еще первый раз. Что, надо пойти косу выбить, что ли? На приста надо. Мне тоже на приста. Да, блядь, там пуха, ты сам видел, нахуй. Сука, веселая, блядь. А он раньше замораживал? Нет, такая просто. Что, этот? Великан? Да. Опыт, это заморозка была, да. Мне кажется, или это 10 подняли, блядь, прок нахуй на Армса. Не нравится. Как Килджеден глаза сделал, один меньше, один больше. Килджеден тут вообще кайф. По идее, она может и из босса упасть, и из мешка, блядь, это косами. По идее, только с мешка.
По идее. Не, ну по идее. А тут как, хуй его знает. А есть тут кто килл Джедена на БК закрывал? Стих 10 людей надо спрашивать. Ну, я тоже закрывал. А только раз и то на ЛК его закрывал. На БК круче. Я на БК. Еще раз, кто? Кого закрывали? Килл Джеден в хиджале. Хиджале. Сам на Килл Джеден не хиджале. Ну, первый стоит этот, блин. Как его? Он в Танвиле. Баланар, да, получается? Слышь, Войт, Килл Джеден живая там, не? Сам говорю. Ну да, сам. Последний босс. В такой херне стоит, как Рагнарос на этом, блядь. Я до него так и не дошел. Бруталус, кайфовый босс, только вайт повезло. А что Рагнарос открывал на катаклизме? Да чё катан, на классике классно было. Шредер, отойди от рейда, дай на мне... Багровый, отойди от рейда. Хватит чуму передавать, быстрее умрете, быстрее этот. Смотри, я не умру, сейчас умру. Идите, сдавайте квест оперативней. Ну чё, ты встала? Ну, молодец. Сдаем квест. Встаем, пошли. Мне с трех мешков упали только цветки. Это блядь, не в хиджале. Это хиджал, ну если то, что он говорит. Килджаден это нет, плата. Килджан, Кинджедал это плата солнечного колодца на острове. А, нет, это тот, мы там максимум трэш чистили. На БК. Там трэш запарил. Давай, бое! А, хуй там. Так, я первый плюс поставил, короче. Кому-то даже водинка упала, нихера себе. О, даски, наручи, блядь. Ну, а мне до конца. Пятерик где-то или 7к прилетело. Кому наручи упали? Господин. Наручи босса упали. А вот такие бои, они личные или ГБ? Это или личные есть? Сумки, это личные, конечно, что ты. Это которые с трэша падают, соответственно, но уходит ГБ. А это личное. Ну чё? Не, давайте еще, блядь, будем сдавать с мешков нахуй в ГБ. Поборы. Да давай. Реально поборы какие-то будут, блядь. Это типа налоги, да? Так. Эти, как его? Джетпаки берем. Как его? Ну, любовь, пожалуйста, все по мне. Просто сдохну. Рыбу поставил, ваш... да. Рыбу поставил. Ты сдала квест? ФДК. Да. Так, 4 плюса на этот. Гурский, Бокрус на пушке. Господин, задум. Соответственно, две крайние две правые пушки стреляют по дальним левым оружейникам. Две левые по дальним правым. Чё, тебе не надо, что ли? Понял. А, я понял тебя. Ну, чуть позже, Турбо. Ты смотри, как я пяткой держусь. Кто так может... Напомнишь только. Я поменяю потом. Бадлак, ты в дисе? Плюс чат. А, я тут. Я не знаю. Плюсуют на пушке. На пушку? Да. Да, все уже. Все пушки распределены, чек на готовность. Алиса, туда прыгаешь. Ой, тут постоишь. Лу, готов? Лу. Писал что-то? Да без него запускай. Одно тело. Не, я хотел ГП начистить, ты чё? Начислить ему 3 раза ГП, еще во время трая сделаешь пару чеков, ты все. Воспряньте, сыны и дочери Орды. Не забываем РДД ближних оружейников, сливаем. Ты будь осторожен, он ВДВшник. Кто? Чё у меня за привычка спрашивать, убитый или, блядь, проф за она? Ёб твою мать, надо спрашивать лич за она. Ну, проф для резки, тоже инфа. Ну, если за этот, за убит, значит и проф убит, правильно? Кстати, там он скунч, я просто спрашиваю этого ДК-танка. Да, мы пойдем, скажи лучше, чем Каражан.
Каражан, не знаю, давай, можно завтра, потому что... Давай завтра. Вечерком, потому что этот, времени поболее будет. Соскучился, что ли? Завтра. Нет, мне просто надо квест сделать. Погибели или куда? Нет. Сейчас я еще подумаю, насколько поставлю. Я же себе не повесил. Грома и Геркаду. И у меня не висит. А у меня паладин есть, под это. Нормально. Ты паладин. А, что такое? Пушками. Я вообще не набираю за это ярость. Что так это называется? Вылезешь, сейчас посмотришь. Прыгнули. Аля, моя даже не замораживается. А, кто-то двое одновременно сел на меня. Ну, так, ребят, пушки только назначенные были. Она багнется. Это... Эйтю, Бокрус, господин Зедум, все. Прыгнули обратно на корабль. Она багнется и будет потом вообще не сможет с нее сесть, если вылезет. Хорош ты вам. Надоедаете с этими багами. Багнулась одна? Да. Ну заебись. Теперь никто не может сесть в нее. Ну да. Прыгай. Отлично, на свой корабль. На свой корабль. Лимон на туре косаупала? Чё? Лимон на туре косаупала? Ну, упала, так чё упала? ВЦ. Если коса падает. РДД, который прокует. Сова клинит. Доты навешиваете и нормально. На них сами упадут. На свой корабль давайте. Не теряем время. Ну, парни, навалились. Да, хуёво, что одна пушка багнулась. Мадлак, как умер, где? Миленький, трэш сливаем на карабинах. Трэш. Нет, погоди. А, ну прыгнул, молодец. Вот тишок словил. Дален, БР есть? Да. А чё Бокрус ГП не ловит, я не понял. БР, Вадлака. БР. Еще раз дохнешь от клева Мурадина, будет двойной ГП в Адлак. На свой. Ой, забери тут один моб.
Прыгай, прыгай. Далёте, нет? Нет, скорее всего. Пушки тут дальём. Это хрен его знает, видишь, три пушки, не четыре. Не, ну я последний раз разу... Всё, да. Так, пушки, бьёте в следующий раз только по команде. Убиваем мага. Мысли офнулся. Офнулся и зашел. Выкинул, возможно. Просто думал, открывай сундук или нет. Так, на свой корабль. Быстрее. Доливаем. Ну что, осколок упадет? Не знаю, сейчас посмотрим. Ты думал, поставил шкаф, но шкаф уплыл. Телепорт от шкафа уплыл. Так, господин, заходи в инст-оперативник. Заходи, давай, быстрей. Господин, тут нет. Бля, ну он опять вылетел. На. Ну, мадам, мы лагаем, короче, пусть. Говнолута сколько нет. Вот и запылу упали, да? Чё говнолут? Монета выпала. Полный говнолут. А, так, сейчас отменю, сорян. Дай мискликну. Надо было бокусом мискликнуть, блять. Блять, то чё ж одни ДКшники пишут в гильдию, на? ФДК 270-й, на. Если он как сила доната, то прощай. Да, на трэш сможешь. На, только оперативнее, ребят. Чё, плечи никому, да? Угу. 41. Бля, конечно, нет, и, бля, зашли бы они, хуюшки. Еще имя Федя, блядь. Нормальное имя, что-то. Фёдор. Это у кого? ФДК 270. Сова, господин, бля, модем лаганул, блядь. Я понял. Чё ты, нормально? Отлагал? Да вроде отлагал нормально. Как будто, блядь, из розетки выключили и включили. Я понял, все, отлично. Так, клини чуть позже. Я тебе добавлю. Ничего. Давайте, фул ребаф. Рыбу я поставил. Что, пришло время пить хаспот, да? Начинает багровый. Ну, пришло время тестить Т-10, нахуй. Может, 110 больше дам. Чек на готовность. Каких кораблях? А, на кораблях? Шлак латный, короче.
Монеты и шлак, да. Там на танка запы, танк. Точнее, танка плечи, танк. ДДшный зап, платник. Ты запустил босса, ну? Так. Еще раз чек, проебал момент. Задум готов? Если да. Воля не упадет, я заберу, короче, у тебя колбу нахуй. Ой, херушки тебя. Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Все готовы, запустим. Не забываем, ДПС я прописываю. Соответственно, по боссу играет только по боссу. Маленький му, остальные играют и по трэшу, и по боссу. По трэшу играем точно. Соответственно, надеюсь. Кота нету. У нас нету котов, ёлома. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец. Мути, дать фласку, не? Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали... Ханку ударим. Я сейчас с маленьким удом говорю. Кому? Этью, который. Я бы не позволил... Какую фласку? У него есть фласка. На хасту? Давай, Филю. Му. Ну, тебе на хосту надо, дай мне этот, поставь ГБ быстрее. Ай да ладно, все, не буду отвлекаться, я сосредотачиваюсь, не мешаю. Все равно ты больше турбы не дашь, спорим? В прошлый раз дал. Ну давай. Что, медведь, это за турбо? Да. Давай хатки, кто выше, тализатор. Окей. Что, давай, я за Густу. Геро. Сука, то ты 10 сегодня пропнет или нет, на? А чё вам жам? Амабам. Танки мобов забираем как-то. Что-то я прослакнул. Заебись, прокнул это 10 на мобов, на. Ну нормально, что-то. Так, а сколько у нас ТК? 2? 4, ёп. 3 в рейде, да? Отлично. Сраку эти, блядь, ты 10 не понимаешь. Багровый бомжей. Осколы. Турбо, давай! Давай! Жми! Курский, что, на стероидах, что ли? Антистопоса... Антистопоса хуярит, походу. Да! Рука! Да будьте тоже, нахуй. КПН. Да я нет. Я с этим. За турбо. Да, опять проебал. Давай. Идем по трэшу. Быстрее как. Быстрее в трэш, давай, давай, давай. Есть еще там трэш, нет? Нет, убит. Еще по боссу. Чисто категорически. Т10 не хочет прокать на какой-то бурсты, а прокать только, блядь, на трэше. Нормально вообще? Лу, дай бомжей. Осколы не проебываем. Тупо в босса играем, да? Угу. Блять, бурсты не открываешься, ёпки. Бок разбомжей. А, не надо. Блять, похуй, прожал, прожал. Воля, воля, воля! Ну, кто сказал полутать? Алло, блять!
Чё за бегуны-то нахуй? Бой повернулся.